прошачки, как разболтать. Так звать. It's hard to buy. It's time to revenge. Ты плохой друг, понятно? Hi guys, please subscribe and click the bell. Today I do prank for my girlfriend. Not girlfriend, my friend. My friend. Так, можно уже по-русски, да? Перейду по-русски. У меня есть вот такая вот штучка. Сливки. Я обожаю не такие вкусные. Немножко так видеть. Я не знаю. Я не знаю, как это делать. Ой, боже. Вот так, я думаю, вот так. Они идут? Да, они идут. Вкусно. В общем, сливки. И вот такая губка. В общем, смотрите, что я буду делать. Я сделаю вкусное пирожное для моей подружки. Значит, я возьму сливки. Намажу их. Это очень, очень тяжело. So hard. Хорошенечко их надо взболтать. Вот так взболтать. Вот так. Отлично. И размажу ложечкой, чтобы закрыть полностью губку. Вот так, чтобы у моей подруги не было подозрений никаких, что это real. Real. Просто real. Вот это. А, кейк. Real кейк. Yes. Так. Мне кажется, я вся испачкаюсь. Мне нужно будет плотно, потому что ладно. Так. Я думаю, надо потом вытрясти. Упс. Да, на видео, конечно, это было немножко по-другому. Ну ладно. Как получится, так получится. I hope это получится. Я сейчас потела, очень жарко. Very hot today. Sunny day. Good weather. Что? Какие у меня познания глубокие, глубочайшие в английском. Yes, because I'm Indian. Мне кажется, сейчас просто через спустя время я такая уже вся мажусь в этих сливках. Как вы думаете, у меня получится? How do you think? У меня... I have? I can? I молодец! Ой! Я думаю, да. Она поведётся. Разведётся со своим мужем. Ладно, я пошутила. I'm joking, just talk. А такая я веселая девчонка сегодня. Так. Ну, я думаю, что это почти похоже. Во всяком случае, как будто начинка такая, знаете, желтая. Я думаю, что внутреннюю часть, точнее, на которой стоит губка, я не буду мазать. Вот. Просто так сверху замаскирую. И думаю, что все нормально будет. Так. Ну что? Конечно же, я не взяла салфетку, но она такая, ну ладно. Сейчас я открою крышку и посыплю это сверху. Потому что надо еще чуть-чуть. Маленькая! Я бы, наверное, сожрала вместе с губкой, даже не почувствовала. Честно сказать. Так, о! Вы знаете, тут несколько, да, смотрите, тут несколько вот таких вот штучек, шариков разных, украшений для тортов и так далее. Я думаю, подойдет вот такая маскировка, отлично. Фух, вообще незаметно, она просто ничего не заметит. Вот такая я подружка, да ладно. Ну что, я думаю, что это все готово. И можно уже приглашать мою подружку для того, чтобы она попробовала этот изумительный кейк, который я приготовила myself.
myself. Babe, come here, my friend. Come. Hi. Good morning. Oh, hi. I have a breakfast for you. Okay. I do myself. Please. Yes. This big sleep. It looks so tasty. Yes. I try it with smooth. Okay. Really? Да. It's hard to bite. Yes. Where is it? I don't know. It's my cake. Do you like? It's... You know what is it? What is it? What is this? Oh my god. Sponge? Yes. Do you like? No, I don't like sponge. I like. But green, so tasty. Yes. Really. Ну что, ребят, вам понравился? Вот такой пранк от нас. Мне кажется, очень классно. Используйте это для своих друзей. Hi guys, it's time to revenge. Okay, I'll use cup of coffee and tomato paste. Oof. No smell. Wow, it's natural coffee. Наши пранки супер. Хотите больше? Пишите и подписывайтесь. Пишите комменты. Пока-пока.